Краснодарские депутаты оказывают адресную помощь. Сергей Быков помог решить проблему участника Великой Отечественной войны Владимира Головко. Ветеран больше года ждал положенную ему по закону инвалидную коляску, но получил ее только после депутатского запроса. Однако возникла другая проблема. Владимир Сергеевич живет с супругой в новостройке на 4-м этаже. Лифт есть, а выйти из дома самостоятельно нет сил. Да и пандуса в подъезде нет. Его могут оборудовать только с согласия соседей. И пока не ясно, сколько времени еще пройдет, прежде чем пожилой человек сможет свободно выйти на улицу. Участник войны не видел открытого неба почти 5 лет. И наша съемочная группа помогла ему выкатить тяжелую электроприводную коляску на свежий воздух. Ну вот, голова начала кружиться, потому что, видимо, все-таки какие-то эмоции у меня сейчас идут, что я все-таки наблюдаю что-то. Вот, все это какое-то ощущение того, что я, ну, живой. А там я этого не ощущал. Каждый депутат проводит прием граждан. Люди приходят, рассказывают про свои проблемы. И по возможности, и мы стараемся на каждый вопрос постараться ответить, помочь. Мы стараемся помогать. Владимир Сергеевич Головко еще не привык к управлению. Шутит пару тренировок и сможет ездить в магазин. Очень хочется верить, что это не последняя прогулка ветерана, что обязательно найдутся среди соседей неравнодушные, кто станет помогать. Потому что рассчитывать ему не на кого. Крепких здоровьем родных и близких в живых не осталось. А в далеком и страшном 41-м этот человек сражался за мирное небо, которое теперь не видит годами.